Президент Федерации фигурного катания Армении Мелани Степанян прокомментировал информацию о возможном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой за Армению. Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался. Ранее серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Айвербух прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство.